все о питании собак. Этот раздел посвящен всему, что связано с питанием собак в разные периоды жизни. Особенности питания, нормы, правила, дозировки и много другой полезной и актуальной информации. Такой, казалось бы, тривиальный вопрос, как питание вашей собаки, на самом деле не так прост. Правильное кормление собаки – залог ее здоровья, бодрости и активности. Причем в разные периоды жизни ваш пес требует совершенно разной пищи, содержащей те или иные компоненты. К примеру, щенки активно растут, а значит, их рацион должен содержать максимально возможное количество белка, витаминов и минералов, способствующих здоровому развитию. В зрелом возрасте собаке нужно совершенно другое меню, а пожилым и старым собакам питание и вовсе необходимо подбирать индивидуально, по указаниям ветеринара. Диетическое и лечебное кормление. Кормление собак. Кормление щенков. Все питание собак можно условно разделить на две основные группы: фабричный корм, а также натуральное питание, пища собственного приготовления. Обе формы кормления имеют свои плюсы и минусы, которые могут склонить вас к тому или иному типу рациона. Но следует помнить, что собака – хищник, и обычной каши в качестве полноценного питания ей недостаточно. Мясо или мясные субпродукты обязательно должны присутствовать в питании вашей зверушки, а кроме того необходимо будет вводить в рацион специальные витамины и минеральные комплексы. Гораздо проще обратиться к уже готовым кормам, разработанным ветеринарами, и уже содержащим в своем составе все необходимое для полноценного питания вашей собаки.